Украинские ПХГ заполнены более чем на четверть. В Украину поступило из Словакии 30,97 миллионов КОП-М, из Венгрии 2,96 миллионов КОП-М, из Польши 2,34 миллионов КОП-М газа. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на пятницу, 5 мая, увеличился до 8,206 миллиардов КОП-М, об этом свидетельствуют данные по Укртрансгаз. По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 49,54 миллионов КОП-М газа. В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался. При этом в данных за 5 мая указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 30,97 миллионов КОП-М, из Венгрии 2,96 миллионов КОП-М, из Польши 2,34 миллионов КОП-М газа. Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%. Ранее сообщалось, что Украина в январе-апреле 2018 года сократила импорт природного газа в 2,2 раза, 2 миллиардов 554,1 миллионов КОП-М, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 2 миллиардов 285 миллионов КОП-М. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.